Вот такой чудесный виноград у нас растет в Сочи, рядом с нашим вторым дачным домиком от основного. А скоро он уже почти дозреет, его можно кушать. И, во-первых, тут красиво фотографироваться, во-вторых, это тень. И, в общем, это кайфушечки. Поэтому даже дачный старый домик, который у нас рядом, мы вот так вот засадили виноградник. И уже даже это такое решение, чтобы домик, пока мы его потом со временем, возможно, там подреставрируем, либо еще что-то с ним сделаем, но пока вот такое хорошее решение для декора, я бы сказала.